Мы вышли на улицы города, чтобы спросить, увлекаются ли ульяновцы какими-то видами спорта и что конкретно им в этом нравится. Ульяновская область заняла 20 место в рейтинге субъектов Российской Федерации, где любят заниматься вот таким дворовым обычным спортом, любительским. Занимаетесь ли спортом вы каким-то и насколько вообще любите спорт? Занимаюсь велосипедом, зимой сноуборда, лыжи. То есть ролики, коньки, вот будущее поколение подготавливаем. То есть куда деваться. Ну, у нас это не сильно развито на самом деле. Ну, знаете, буквально 10 минут назад мы сидели там в парке, пробегали студенты, студентки какого-то вуза или школьники, я так и не понял. Судя по ним, кому-то вроде бы интересен спорт, а кому-то бы вроде бы нет. Мы любительски занимаемся йогой, иногда пробежки. Но у нас в семье принят активный образ жизни. Родители ходят в бассейн. Здесь, кстати, вот Буревестник недалеко. И, в общем-то, все мои друзья, кого я знаю, в большинстве своем занимаются спортом. Ну, внуки пока еще маленькие. Сам периодически занимаюсь. Какие виды спорта вам ближе? Чем занимаетесь? Бег. Положительно, занимаемся для себя, стараемся регулярно, очень за. Стройте площадки. На великах ездим, в спортзалы ходим. По нам видно. Купаемся. Да. Все. А как? То же самое, да. Занимаюсь спортом для себя, с удовольствием два раза в неделю хожу в зал. Ну и вообще активно. Образ жизни всегда полезен для здоровья, укрепления его. И, соответственно, молодость, радость, счастье. Конечно. Все равно мозг начинает лучше думать, когда с утра пробежался. Но я уже давно не пробегал. В моем возрасте спортом, конечно, нужно заниматься. Но так вот там у нас вот есть площадка спортивная. Там и дети, и взрослые, и пожилые. Ну, надо заниматься. За здоровьем надо бегать. Я занимаюсь плаванием. У нас есть группа пенсионеров, которые каждое лето ходят на Волгу. Вот, чтобы поплавать. Вот вчера мы собирались там на Волге, прощальные. Да. Вот, так что так. Летом, зимой я на лыжах раньше ходила, сейчас не хожу уже. Вот, мои еще остальные приятельницы ходят. Ну, возраст тоже 75 лет. Да, занимаемся. Ну, не так часто, как хотелось бы, приходится ходить на работу, но посещаем бассейн по возможности, гуляем. Ну, и бывает, что небольшие пробежки устраиваем. Ну, по мне особо не видно, что я там спортолюбитель, но периодически мы посещаем. Считаем полезный спорт. Кому-то, если комфортный бег, то можно бегать. Любой спорт – это хорошо. Я отношусь к спорту положительно, так как сама занимаюсь волейболом. Считаю, что дворовый спорт – это нормально. Например, вечерние или утренние прогулки, потому что тоже это практикую в своей жизни. И считаю, что если нет возможности пойти в спортзале заниматься, то можно на улице заняться, в принципе, самим. Всем.